подплываем. Сейчас будем выходить. Класс. Я вам сегодня попозже чуть-чуть скину вулкан. Это было невероятно круто. Я все засняла, все сохранила, но там не было интернета. Поэтому выставлю чуть попозже. Сейчас мы в джунглях ползем. У нас сегодня экстремальная экскурсия. Надо везде переползти. Ну, это такая красота нереальная. Природа вообще. Так. В предыдущей сторисе ничего не слышно. В общем, я хотела сказать, что была кайф. Вова. А. Спасибо, Вова. Нас сводил. Мы идем в гору, карабкаемся. Карабкаться сейчас сложно, но мы дойдем. Ничего не видно, тут прикольно. Вот. Идем, жарко, сложно, но мы это сделаем. Как обстановка? Шикарно. Ну, там делали вид, что мне не сложно, но на самом деле. Это сложно, все упало где. Так, мы уже одели маски. Идем. Потому что тяжело дышать, поэтому мы в масках. Ребятки, это нереально. Это нереально красиво. Посмотрите, какая водичка. Горы, туман. Видео, конечно, не передаст всей красоты. Но это супер. Я нахожусь на вершине вулкана Иджен. Говорят, что тут очень мощная энергия. Нужно загадывать желание, и оно обязательно сбудется. Я уже загадала. Со Смотрите, какой вид открывает путь домой.